Ja, det var på kort sikt. Jag hoppar upp. Да фолт видит первого. Минус один. Не просто так. Сейчас Дэвид. Что? Найс! Ну нет, стоп. О, подожди, ладно, тогда оставим дубль. Ему их можно. Так, ладно. Всем привет. Меня зовут Эрик Шоков. У нас получилась неудачная съемка сейчас. Но в целом это живой контент. Конечно. Сейчас мы находимся в городе Москва, Winstrike Arena, и Бустер нас позвал на турнир свой. Сейчас я вам покажу, что здесь находится, как это все выглядит, поэтому приступаем. Получается, мы заняли территорию всего Винстрайка. Твоя охрана, да, получается? Да, вы моя охрана. Все нормально. По сценарию вы не должны были разговаривать. Что у нас тут получается? Здесь огромное количество оборудования, здесь уже сразу у нас идет стрим. Комментатор этого турнира — это Shadow Cake и Grom G-Gay. Подробностей дальше я не знаю, но эти два точно. Мы играем против состава Эвилона. Эвилона здесь нет, он будет единственный человек играть на этом турнире онлайном. С щитами. С щитами. Ему можно. Мой состав — это Thunder. Ничего не меняется. И, кстати, это рандомным образом получилось, наверное. Я ничего не подстраивал. Я тоже ничего не подстраивал. Так получилось. В моей команде Steam код X5G7F. А в какой команде ты сейчас играешь? К23. А это та команда, которая выигрывает Коллизиуму, да? Да, да. Сист, привет. Вы помните интервью 2018 год, 19-й? Какой тебе фидбэк по нему? Как тебе 19-й, оно? 19-й, мне кажется, 20-й. 20-й, да-да. Как тебе оно? Нормально. Да? По просмотрам там тоже было нормально. Крат. Привет. Энтропик. Очень классно отыгрывали на Ожаре. По компьютерам мне все нравится. У меня FPS 400, хотя у моих тиммейтов по 190-200. Не знаю, как это работает, но у меня все в порядке. С записью все хорошо. У меня УБ записывает КС. Пожалуйста, ребят, я надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Хоть и сейчас оценки у нас не такие интересные, потому что нет дизлайков. Но в любом случае количество лайков все равно остается. Поэтому давайте наберем 28 либо 30 тысяч лайков, потому что это последний турнир в этом году. И больше в этом году их не будет. А все мои прошлые были проиграны. Ой, как это ужасно говорить, боже. Кстати, если мы проигрываем сегодня, то и играем завтра нижнюю сетку. Это классно. Тут дабл элиминейшн, а призовой фонд 500 000 рублей. Ну что ж, сейчас мы будем готовиться, тренироваться. И вставки будут следующие уже именно с игр. Погнали. А кто первый банит? А кто первый банит? Ну, а давайте... Давай, пикай ты. Короче, решила судья, что я первый банит. Давай. Ну, я баню, короче, Ancient. Ancient. Ты мою любимую карту бань. Давай вертигу забань. Я вертиги ненавижу. Окей, две, окей. Минус вертига, минус Ancient. Давай, плюс нюк. Выпикайте нюк. Нихуя. Давай я пикну первую карту, потом ты пикнешь для нас с ребятами вторую. Давай Инфернич будет, пускай. Окей, я нюк, решил. Нюк, Инферно и сейчас Десайдер. Инферно да. Двигается, да? Остался Оверпас, Даст 2 и Мираж. Что вы выбираете? Ладно, давай забаню Оверпас. Блин. Оверпас. Получается, мы убираем Даст 2 и играем Мираж. Играем Мираж. Так, ну что, мой дорогие друзья, короче... мы начинаем, наконец-таки, первая карта. Нюк и Эвилон против команды Шок. Выход в пятером через улицу. Я пробежал. По 9. Один. До конца идем. Минус, бегите, Шок, беги, план просто. В дальнем чисто. Будка. И Хэвен. Да. Ну что же, первый раунд за защитой, хорошая работа. Так я захожу под бой, правильно? Это мне тяжеловато будет здесь. Да, еще там проблемы по здоровью, уже 3 в 4, прострелом. Да, я взорвусь. А, я не взорвался, чё? Так, я кину, получается, первый. Шок да, шок вот этот. Я третий смог, я даю смог, который вы мне усили. Да. Я буду рукать, Дал. Рампа вроде, вилка. Фокер, минус один. Ну и Ремен Лот уже находит фраг по Фандеру, ну и готовы к установке бомбы. Надеюсь.
На винтовке надо его убить. Да, я убью его, подождите, давай. Денис, убивай этого, убил. Ласт два рамп были. Навилон через 9 пойдет, а Ункер через скрип. Но там на будке контроль. Читай, читай. Не успел. Но это тяжело. Крат увидел быстрее. Вот уже 4-2. Перед будкой плент? За плентом и перед будкой. И в хевен. Просто выпало, и там все находятся в позициях. Рос, да, там еще и Пока. Пока зашел. Вот так вот прочитали ребят. 5-2. 5-2 пока. Уверен идет защита. А Ункер и Пока в соляра просто закрывают улицы. Икра также погибает под рампами. Ну и Фандер такой, пацаны, ну я даже не успел ничего сделать. Ну да, они так и будут играть. А будки не вижу. Рамп. Тип Фандер находит фраг по Ункеру, дека минусист. И по Фандеру имеется 2-1, информация. 2-1, такой можно, кстати, брать. Наконец-таки атака смогла что-то интересное соорудить. Ну 1-4. На самом деле, если шок, команда шок сейчас возьмет пистолетку, то это вполне возможно, типа можно будет камбэкнуть. Ну да. Почему нет? Хорош, пацаны, лучше. Ну, Краду этот раунд выиграть тяжеловато будет. На него выходит, а да, второй не считается. Здесь это раунд для команды Эвилон. Вот тебе ответ на вопрос, будет ли здесь камбэк. Вышли двое. Двое рампа. Ну, а то не получится, ты... Ну, все. Он под смок играет. Он тут под смоком. Каленый. НТ, брат, НТ. Вот так, это вот. Жесть! Вот это Дека распетлял на квадратном метре. Ну и действительно, это уверенная победа на первой карте от команды Эвилон. Вот они, эти красавцы, которые одержали верх на первой карте. Промит есть. Яма один. Промит будет. Ой, яма, ебать. Яма убил. Еще ебан. Есть ли банан? Еще яма. О, минус один, минус два. Что происходит уже? 5-2, что? Нереально жестко взлетели. 5-1. Не, почему 5-1? 4-1? А, нет, 5-1, все правильно, все правильно. Я просто... 5-0. Просто 5-0. Лучшая защита — это нападение, оказывается. Преимущество на 2 уже имеется. Крат под флешку взлетает под яму. Минус по дека. И чет пока инферно у Эвилона идет с его командой. Мягко говоря, не ахти. Туда! Сидеть, блядь! А куда мне смотреть? Налево попал, встань. Я упал, блядь. О, шок, все, уходи. Турик на 500 000 рублей. Так, ну здесь Дека дерется, но его драка была недолгой. Ара! Петелечку, блядь! Куда летел? Еще! Let's go! Let's go! Убил опор. Лоу хп, он лоу. Минус 60 точно. Уже там, да-да-да-да, дека. На нож не стал брать, понимал, что нужно быстрее все это дело промутить. Установка бомбы имеется, и успели поставиться. Кстати, нормально 2 на 3. Со мной готов? Он наркотик получился. Да. Лонг. Когда пикает? Я не знаю, буст, наверное. Плюс 1200 долларов. Вадя. Хорош. Минус 3 от Владиславича. Все, Вадя, я думаю, сейчас уже плюс мораль пошел. На Б1. Блядь. 5-0. Второй раунд подряд. А сейчас это было без единой потери по ХП. Пацаны, у нас хорошо получилось, банан. Пиздец, гоу. Не будем отклоняться от курса, блядь. Бум. Единица. Надо до конца играть.
У них 3Б. Мы пока, главку не будем драться, они будут 3Б так и ебашить. Они причем идут 3Б, да, и они типа не занимают банан при этом. Три матч поинта за командой Эвелона. Справа. Справа, сзади. Спасибо. Я прорвал. Хорош. Я спинкнул. Какая жесть! Какой нефарт! Вон. На сити стоит. Шок заряжен. Ну да, Ремедло все-таки еще выбил девайс у Шока. Молодец. Забирает АК 47-й. А это десантур, друзья. О, минус так, один. Первый есть. Пока живет дальше. Но там шартан. Разменивают сразу. ДК минус один. Нужно как-то Крадус Фандером здесь работать. Давай. Фандериньо мансует деком. Видел прекрасного соперника. Фандер шикарный выстрел. Уходит сайт. А один там погибает Крад в дефолте. По Фандеру есть инфа, что он не мобилен. Где-то соперник в итоге залетает под дефолт, видит первого. Минус один. Там начинается дефьюз. Да не, Вадя же не будет просто так. Сейчас дефит. Что? Да! Куда? Куда, блядь? Куда? Знаешь, тропали? Иначе, ну, если этот раунд заберет вдвоем команда Эвелона, это просто похорон. 4 в 1. Ну нет, да, здесь все-таки по Эвелону есть вся необходимая информация, его готовы забирать. Да, это овертайм, друзья. 15-15. Хорош! Хорош, пацаны, блядь. Вот такие пироги. Офигеть, вот это игра. Кто теперь на допах выиграет? Это огромный-огромный вопрос. Оу, так как не попал Деко! Они вдвоем будут принимать балкон. А, тут ай-яй-яй-яй-яй, Шокич! Как оказался вовремя. 16-15. Дефузит? Бомба. Успел? А у него диффузов нет? А у него диффузов нет! Это 17-й раунд для команды Шока, дорогие друзья. Вот, и он еще и умирает. Рада, конечно, убить может, но... Нет, не сейчас. А уже выходит, уже выходит. Ну, они через маки выходят, да. Не получилось. Да. Пока нашел все-таки свой первый минус фраг. Минус один, минус два. А, не нет. Получилось. Ну, тут Фандер в дефолте ставит. Три в три. Живет еще. Но, Фандер, как же ты хорош. Ну, вот опять в малых песках. Молик закидывается. Хорош фраг от Вилона. Там спине приходит Крат. Это ГГ. И третий карте блять. Быть. Найс! Красавчики. Хорош, пацаны. Ёбаный сырник, бля. Я там урод, но хорош. Ой. Красавчик. В общем, сыграли вторую карту, господи, 8-0 было подряд. За терф мы ничего не взяли, был один раунд, но в конце каким-то боком 15-12 пошел процесс. И именно на счете 15-12 у меня закончилось место на жестком диске. Поэтому все остальное было уже со стрима. В общем, сейчас все заряжены, я просыпаюсь потихоньку. Все хорошо пока что идет. Поэтому будем рассчитывать... Будем очень сильно верить, что Мираж – та самая карта, на которой попрет у всех. Вот. На вторую я включился, я рад. Все, я спокоен, мне это нравится. Скамейка! Апарты! Ой! Скамейка идет. Читать яму, читать яму. Ой, ой, ох ты, елки, голки. Сейс, попади! Ничего страшного. И первый у нас раунд в этом матче, в третьем решающем финальном матче, уходит команде Эвелона. Близко к кухне и один форест. Да, Ункер добирает и 3-0 в пользу команды Эвелона. Да, молик дают, Крада просто начинает выжигать, информация у него появляется, но он уходит и, да, и дает килл. Ой, какой ой, как будет, Фандер! Но все, равно, но все, Фандер все-таки убивать. Упор, где ты? Эти, вот он первый раунд для защиты, два девайса потеряли, но в целом нормально, играбельно. И раздропается, все хорошо. Там... Ну, давай, пробуем. Ну и пятый раунд для команды Эвелона. 5-1 в атаке, шикарный старт. За дефолте двое. Хорошо.
Я еще на голове красный. Саша, руки нужны. О, видал, Кафандр сейчас играл. Да, да, да. Ну это дефолтно запрыг на букву. Но это то, что я ожидал. Есть авик Б апарта. Ну и минус от Фандера заключить. Да, 2-6. Первый раунд довольно долгое время от команды Шока. И потом, на тебе, потом, потом. Хорош. Калаш и два дигла. И первый минус уже по Эвилону имеется, и размена нет. Хорош. 6-5. И вот уже вплотную к команде соперника ребята из коллектива Шока подобрались. Минус 30 у него. Найс. Хорош, блядь! Куда лез? Смело можно заверить, что команда Шока вернулась сполна на эту карту. Вот от защиты. Ну и последний Ravenloft тоже здесь не вывез. От Фандера шикарная голова с дигла. И это 7-6. Хорош, 8-6. Последний байраунд будет от команды Эвилона. Ну, первую половину в любом случае уже команда Шока забрали. Молодцы. Молодцы. Не, это похоже на Б. Да, тут... Так, да. Да, нормально. Что нам? Ай! Кат? Нет, шорт. Найс! Ааа! Ебать попал, блядь! Так, ну все, у нас только-только кончился этот раунд. Бомба наконец-таки взорвалась. И 21 раунд. Но это 12-11. Команда Эвилона вплотную подбирается к Шоку. Не получилось. Ой, и снайпер не попал. О, как! Соло раунд просто делает минус 3. По Эрику тоже залетает. 15-13. Гол 3. Вы заходите в своем подвигу, я попробую вам догоню вас. Попробуйте идти к поймали. Видел меня. Дефолт красный, дефолт. Так они по нему и так информация обладает. Минус 1, минус 2, что? О, ассист, X5! Опять по косту. Какой раз? Какой раз? Нет, где-то мы это видели? Ты смотри. Какие нервы у него, а? Сейз, 1 в 2. Да, блядь, дай сюда, иди ко мне, блядь, да иди ко мне, солнце. Просто, блядь, дайте мне этого мужика. Красавчик, просто. В общем, это был первый день. Сейчас мы попали в верхнюю сетку. И завтра мы играем вторую игру против победителей следующей игры. Все, перемещаемся на чил и завтра играем. Следующий день. Сегодня уже 25 декабря. У нас полуфинал. Если мы сегодня проиграем, то завтра играем финал нижней сетки и сразу же начинается гранд-финал. В общем, играем сегодня и завтра. Женя, вчера мы вас выиграли. Да. Расскажи, пожалуйста. Блин, вчера вам повезло дико. Мы должны были забрать это чертово Инферно с 15-12, а потом на Мираже, не знаю, как было близко, очень близко. На Инферно вы не должны были отдавать. 12-15? Да. Это было очень близко. Это было очень грустно, я бы сказал. Вот. Но сегодня играем против Бустера, у них хороший состав, будем стараться смотреть. Если выиграем, то увидимся либо с вами, либо со Строго. Но ты лучший игрок того матча, если что. Да? Хоть и мы выиграли, но игрок лучший нашел себе, это был ты. А, да, я понял. Там по статистике. Да. А я, знаешь, худший из всех 20 игроков. Надеюсь, сегодня мой КД 0.77 поднимется до 0.90. Надеюсь, хоть так. У нас вот как раз команда Шока и Строго идут сейчас прямиком бороться за путевку в гранд-финал. У нас, кстати, по-моему, без преимущества в одну карту, поэтому неважно, с какой стадии ты выйдешь, с верхней сетки либо с нижней. Каким образом будем решать, кто мы уже решили, Строго будет черкать первый. Я буду банить первый, и мы первым баним нюк. Отлично. Нюк так, получается минус нюк. Ну, мы думали насчет Вертига, поэтому мы его тоже убираем. Спасибо. Уважуха. Ненавижу эту карту, просто худшая помойка. Реально. Наша команда решила пикнуть до второй. Воу. Так. Вчера мы... Какую карту выиграли?
Вторую. Inferno, а вот на Инферно мы закомбэчили, да. И поняли, что умеем что-то делать там. В общем, Инферно. Мы пикаем Инферно. Ну, он повезло на Инферно просто. Сегодня не повезет. Хорошо. Остается Оверпас. Эншент и Мираж. Мираж. Убираем Оверпас. Убери Эншент. Ладно. Ради тебя. Ради тебя. А он говорит, что оставим. Я ради Гром ЖК убираю Эншент. Играй Мираж. Окей. Okay. Да. Получается, и... Даст-2, Инферно и Мираж. Ну, такие дефолты карты. То есть вот реально добрался до паблика. Начинаем первую карту. Вижу, как нужно. Хорошо, еще в мидл. Я могу ставить? Да. Черт. Так, ну что, 2-0. Максимально уверенный старт, благодаря которому команда Шока теперь будет делать экономический раунд. И потенциально это выход на 3-0 от команды защиты. Опять нужно вымыть максимальное количество гранат. Как же неудачно! Выходит здесь Аксель. И таким образом X5 получает себе open kill. Еще и доминирует над вторым игроком. Я ставлю. На шорт ставлю. Last long. Хорош, пан лучше. Народ, ебать, из-за наушников тебя несут. Если, конечно, Анастейс не найдет какой-нибудь фраг, но нет, здесь снизу X5 уже по нему начинают отрабатывать, да, и действительно можно теперь Акселя спокойно отсюда уходить. Пойду. Хорошо. Хороший X5. Красавчик. Мы можем уже выйти в B. Да, я попробую. Что мне сделать? Он в коробке был. Да, я прыгаю. Фандер. Можно здесь сладко даблкил! И этого сюда же давай! Ну, нет. Слишком быстро стреляет, еще и по ноге попадает. Ты экономишь пули, чел. Бля. Гранаты полетели вот тут по металлу. X5, минус по Анастейзу, минус по Акселю. Ну и последний там же Батси. Дал фраг престижа. Но тем не менее, раунд проигран. 9-6. Давай его портим. Б. По пачку поставили, задача минимум выполнена, но пистолетный раунд проигран. И всего лишь два фрага не смогли найти. Пацаны, блядь! Ну что там за раки играют? Господи! Хорошо. Лонг, класс, ставиком. Я деф. А как это? Диффузов не было, что ли? Селтер Паци тоже погибает от крада. И, дорогие друзья, это... 14-й! Блядь, сука, красава, сын. Я тебе фэрл налил. Я тебя убил? Я жду тебя. Дальше, дальше. Что это без вопросов? Наша остановочка. Ну что, блядь? Мои пацаны вообще легенды сегодня. Нет, Дэн вообще красавчик, мне нравится, как ходит. Вот это пацаны вылетели на 15. Вау, блядь. Блин, на серии ебал, да? Нормально, да? Хорош. Вас лонг. Арон! Алло, сыночки, блядь! Флешки полетели, десантуры через ковры и шикарная приемка от Акселя плюс строго. Ну и в итоге хотя бы один фраг нужно найти, но пока что три безответных. И вот он первый рефраг, но пачку поставить здесь никто никому не даст. Она стоит шикарный рекойл. И это 5-й раунд без защиты. На бусте. Убил. Зашел в сити. Например, один из вариантов, и Аксель шикарно отыгрывает дабл ОП килл. Бля, я думал, что понял, он кинул молик, и пойдут пушить, блядь, а они даже не идут ему. Сейчас, блядь, я им постоять еще. Я смогу. Я бы убил. Смогу вас, КТ. Смогу, КТ все будет. Второй. Это, скорее всего, будет именно... Ой-ой-ой-ой-ой. Хедшот. Авик, брат. Два. Еще там же. Находит фраг, рефраг от Сизда. Ну и, да, заключительный минус от Крада. 9-6, первую половину. Я бег с Николаем. Да. Шок. 10-9. В очередной раз команда строго выходит вперед. 14-10, либо 15-9 и финишная прямая на Инферно. Ну и Сист уже на 90 готов заходить. Да, вспоминаем Нави просто.
Бачу. Хорош. Хорошо. Нам же? Я нет, забрал, я не знаю. Живи, живи просто. Банан бежит, банан бежит. Так. Танцует, есть минус от строго по шоку. Второй воу, минус воу, от строго, один в один. Строго сценарий, походу, не читал. Ты что делаешь? Псих, но остановись. Против Фандера. А Фандер-то, смотри, Фандер тоже не лыком шит. И ждет своего соперника. Ой-ой-ой-ой-ой. Аж на, сука. Ой-ой-ой. Говори просто за тройку, вот когда ты стоишь, ты слышишь, что он кушает. Первый раунд довольно просто и на темпах вынесли Тим Строго. Еще выше. Два. Блять, он реально пикает. Ну ладно, они теперь без позиционки, я не знаю, как это выбивать. Ну ладно, вот так можно. Че нет. А причем они пачку даже не поставили, потому что Анастейс не успел прийти. Чилы на атаке переезжали, мне кажется. Куда? Куда? Я его взял. Два раз хит. Нет, не увидел. А, не увидел. Ты мне показал, да, ушел? Нет. Алло, это Левик Джон? Они в парсика. Вон зашел. Хорошо. Алло. Как ты, блядь, смотришь КС? А, вообще, что это такое? О, X5! Приехала. КК будут под точка А. Выход, но тут уверенно крат ебать головку. Засовывает одному, второму, бля. Под флешечку, кстати, от Сейза, да, блядь. И Фандер такой мерзкий. Он еще попал! Максимально просто сделал свои позиции, все, что мог, но, в принципе, этого и хватит. Илюша очень уверенно играет, согласись. Это вообще жесть. Подписывайся на канал, ставь лайк, колокольчик, туда-сюда, блядь. А уже не стоит! Уже лежит, блядь. Хорош, пацаны. Яма 2. Вас со спины. МКТ, яма вышел, я с тобой. Яма вышел, надо жить. Хорош. Ковры. Живи, Шок. Шок, живи. Ковра. Отец. Аааа! Очень рад, ты просто можем... 180 градусов еще сейчас надо дать. Да, блядь! Бомжары! У меня десяток, кстати. Для 300. Хорош. Короче, так же, гол сейчас на забьем пу, идем медленно, займем через двух подвал мидл. А кстати, строго тебя по статье обходит, ты курс, ой, да? Ой-ой-ой, макушка! Я только рад за него, раз он игру сейчас выиграл. Да! Сюда, пацаны, лучшие! Да шо, как ты фистиками занимаешь? Как ты там фистиками занимаешь, реально? На-на-на-на! Сосать, блин. Да, вот это хорошее, здесь мораль другая. Так, это была... игра на, в полуфинале, сейчас будет финал, наверное, уже следующий ролик будет именно финальная БУ-3. Поэтому, ребят, спасибо большое всем, кто смотрел эту часть. Все, сейчас у нас будет чилаут и будем готовиться к следующим играм. Посмотрим, кто у нас будет противник. Фух, нормально, работаем.